Английская кухня – это сложные и сытные, в основном, мясные блюда, но есть исключения. В последние годы по всему миру стало популярно одно блюдо уличной кухни, вы должны его попробовать дома. Итак, вы готовы узнать о том, как приготовить fish and chips или по-другому рыба в панировке с хрустящим картофелем? Блюдо подается в барах под пиво, но оно весьма сытное, поэтому может стать полноценным обедом или ужином. Добавьте к этим продуктам сливочный соус с чесноком и горошек, будет очень вкусно. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Очищенный и промытый картофель нарежьте длинными ломтиками, затем выложите их в воду, чтобы ушел крахмал. Потом отправьте высушенный картофель на противень, добавьте соль, масло и перец, запекайте картошку при 200 градусах около 30 минут. В это время мелко порубите огурец каперсами. Потом смешайте овощи с майонезом, горчицей и уксусом из шампанского, соус готов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь займитесь рыбой, в миске перемешайте хлопья с паприкой, солью и перцем, филе обмакните в муке, потом в взбитых яйцах и, наконец, в приготовленной панировке. Рыбу запекайте на сковороде в разогретом масле в течение 15 минут. Подавайте fish and chips с приготовленным соусом, уксусом и дольками лимона, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Теперь о составе нашего блюда. Мука пшеничная, 100 грамм, яйцо, 2 штуки, картофель, 2 штуки, филе трески, 2 штуки, каперсы, 2 столовые ложки, солодовый уксус, 50 мл, огурец соленый, 1 штука, уксус из шампанского, 1 столовая ложка, кукурузные хлопья, 300 грамм, лимон, 1 штука, дижонская горчица, 2 столовые ложки, паприка, 1 чайная ложка, майонез, 150 грамм, оливковое масло, 1 столовая ложка, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До новых встреч!